Салют всем, с вами Альтер. Вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. Сегодня слушаем три новых трека. Это T-Fest, люби, сегодня слушаем три новиночки. T-Fest, Джимбо и Бульвар Депо. Ну и, конечно же, Мияги и Энди Панда, Get Up трек. По поводу Мияги и Энди Панды, кстати, я своим подписчикам обещал, что расскажу историю о том, откуда у меня технический бытовой райдер ребят. Возможно, скажу, какой гонорар был. Вот, так что, если вы не подписаны на канал, советую подписаться. Вроде все сказал. Скоро клип-чарт, подведем итоги первой недели. Все, слушаем. Люди любят дураков. T-Fest. Я не чувствую лица. Ну, по музлу мне все нравится пока. Не пойму, что мне напоминает это. Но мне очень нравится саунд там вот на фоне. И какой-то странный ритм. Такой лайтовый достаточно трек. И простенький текст. Прикольно. Можно посидеть, почилить под этот трек. Покайфовать. Легкий трек, как я уже сказал, простенький текст, очень интересное музло. Короче, послушать можно. Джимбо, Бульвар Депо и Лауд. Уфимские ребята представили трек M.O.D. Не знаю, что это пока значит, но тут у нас видео, так что давайте смотреть. Дэнди. Ай-яй-яй, ты чё? Прикольно. Ну, Джимбо в своем стиле. Он как будто не меняется вообще. Ну круто будет послаймиться под такой трек на концерте, однозначно вообще. Интересно, а Лауд, видимо, просто музло предоставили, да? Ну, забавный клип, ничего такого серьезного. Что можно сказать по поводу трека? Я думал Лауд услышать, но их не было, видимо, просто музло. Порадовал Депо. Джимбо уж в своем стиле, так что не знаю. Короче, Get Up. Что-то у них какая-то прослеживается тема с пальмами. Давайте слушать. Что можно вообще предположить? Ну, по названию, мне кажется, это либо что-то мотивирующее, либо это что-то танцевальное. Вот, ну не знаю, давайте уже слушать. Танцевальная. Вот стопудняк. Это будущий хит. Со всех тачек будет звучать. На всех дискотеках, вечеринках. Smoke everybody, are you ready? My body use a musical sending.
Все дрогает шпонка. Big trouble was up. Я вот что-то не пойму, ребят, в одном треке они запикивают Нига, в другом спокойно говорят. Охренеть. Все, дальше просто тупо припев. Это трек Энди Панда Get Up, в котором принял участие Мияги. Да, композиция содержит один куплет от Энди и повторяющий припев от Мияги. В общем, что можно сказать? Давайте я прочту, что писали вообще вы по поводу этого трека. Так, не пойму, что такие недовольные все. Было понятно, что это обычный хороший клубничок. Пацаны сделали по кайфу на трек. Трек не очень. 2 года ожиданий впустую. В смысле, этому треку 2 года? Типа есть какое-то исполнение видео этой песни 2 года назад? Если да, то скиньте мне, я хочу посмотреть. А вот у меня сегодня ДР, с днем рождения. Так, напишу так, не то, что я хотел услышать. Ну, в принципе, мы слышали уже от них подобные треки. И, ну, это нормально. То есть, ребята еще и такое музло могут делать, совмещать клубничок с регги. И звучит это прикольно. Единственное, что мне хотелось просто услышать Мияги хотя бы, ну, в куплете, не просто припев. Вот, а так нормально. Ну, такую музыку я, как правило, не слушаю, обычно не добавляю. Но если я услышу где-то в клубах, то мне будет очень приятно. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Что-то я хотел сказать. А, нет, ничего не хотел сказать. Всем пока. Check it out.